Қайырлықын, құрметті конференцияда қатнашушылар. Бүгін біздің республикамызда, бұйыл республикасында шыннан да бік естеліклі оқиға. Біз бұйыл иғлан етілген Татарстан республикамызда туған тілдер һәм бірдәмлік жылында 6-шы Валеев оқуларын өткәрәбез. Ул шыннан да біздің үшін бік мүхим, чөнки Фуат Хасанович ул біздің декоратив ғамали сәнғатқа негіз салушы зур республик көлемендә, Россия көлемендә зур шахыз. Уважаемые участники конференции, сегодня мы с вами свидетели действительно исторического события в год народных языков и народного единства в Республике Татарстан. Мы проводим 6-е Валеевские чтения. С вашего позволения разрешите зачитать приветствие от правительства республики. Добрый день, уважаемые участники конференции. Позвольте от имени правительства республики поздравить всех с проведением международной научной конференции, посвященной столетию со дня рождения основоположника татарского искусствоведения Фуада Хасановича Валеева. Фуад Валеев – один из тех представителей татарской интеллигенции, который посвятил всю свою жизнь служению народу через изучение и пропаганду его высоких достижений в сфере декоративного искусства и архитектуры. Знаменательно, что мы празднуем юбилей в 2021 году, объявленным годом родных языков и народного единства в республике. Фуад Хасанович Валеев вложил все свои силы развитию татарской культуры и как ученый, и как общественный деятель, оставил богатое научное и творческое наследие, которое не потеряло своей актуальности и в наши дни. Ученый создавал свои труды не только для исследователей или круга читателей, но и для всех интересующихся татарским искусством. Он всегда верил, что собранные в его книгах материалы будут служить творческим деятелям, работающим в сфере татарской культуры, будь это живописцы, создающие картины в историческом жанре, графики, иллюстрирующие татарские легенды и предания, скульптуры, отображающие эпоху и личность, дизайнеры и архитекторы, оформляющие здания или создающие национально одухотворенное пространство. Фуад Хасанович отдавал все свои силы и знания делу возрождения народных художественных промыслов и ремесел, производство национальных сувениров, непосредственно занимался этим, будучи главным художником Министерства бытового обслуживания ТСР и консультантом Министерства местной промышленности, создавал эскизы изделий и обучал художников, воплощая с ними творческие замыслы. Его исследования, посвященные татарскому орнаменту, декоративно-прикладному искусству, архитектуре, средневековому искусству Поволжья, стали настольными книгами для художников, дизайнеров, архитекторов. На его книгах учатся мастера народных художественных промыслов. Они являются подспорьем в создании современных сувениров, в творчестве современных профессиональных художников. В памяти Фуата Валеева каждые 5 лет, начиная с 1991 года, проводятся юбилейные конференции «Валеевские чтения», которые организуются при активном участии его дочери, доктора искусствоведения Гузель Фуатовны Валеевой Сулеймановой. Все материалы конференции изданы в виде научных сборников и вместе с трудами ученых являются важным вкладом не только в изучение татарского искусства, но и в его сохранение и пропаганде. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и достижения значимых результатов. С уважением, министр Ирада Аюпова. Действительно, целая когорта современных художников, целое поколение учились на книгах Фуада Хасановича. И хочется отдельную благодарность Институту истории за организацию на таком высоком уровне данной конференции. И, конечно же, Гузель Фуатовна, без вашей поддержки, без вашей активности, действительно, служение, истинное служение нашему наследию, нашему татарскому искусству этой конференции было бы организовать очень сложно. Большое спасибо вам.